Итак, ну что ж, как я говорил, сегодня смотрим второй день, и думаю, сегодня мы завершим стрим по Firewatch огненным часам и узнаем, чем же завершится эта красивая и загадочная история в лесу. Вот так вот. А поправь вебку. А что с вебкой? Так, секундочку. А что с вебкой? По-моему, нормальная эротичная вебка. Что не так? Так, все, поехали. Давайте-ка смотрим с интересом, наблюдаем, что же там происходит. Зазор. А, эти подошли, я так понял. Как их называют? Перфекционисты, ну хорошо, зануды. Вот вам. Вот вам и зазор. Так, все, поехали. Поехали, с нетерпением все ждали сюжет. Стрим, естественно, ну и 1500 зрителей, конечно же, не дадут соврать. Итак, что нам надо... А, нам надо поехать и куда-то повидаться, да? В условном месте. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Так, это шифрование, да? Так, ладно, все, поехали, не будем оттягивать это все. Июльский пожар. Не, поболтать на эту тему нельзя. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Итак, ломанулись, ломанулись, ломанулись. Что там? Что за кустик? А, перепрыгнуть. Так, и мне надо на Cotton Woods или куда-то пойти. Здесь есть какая-нибудь метка? Я не понял, куда мне идти? Мне же надо до Cotton Woods. А где это? Firebreak. Вот где Pork Pond Lovely, что ли, мне надо идти? Куда мне идти-то? А, мне вот надо идти, где Pork Pond, товарищи. А, Cotton. Cotton Wood огромный написано. А я смотрю на Pork Pond. Ой, Бабамыч, пипец ты, конечно. Ты, конечно, просто пипец. Ай, ёксель, так. Теперь я в правильном направлении, да? Вроде как без разницы, откуда идти. Ну как так можно было тупить, а? Хоп! Хоп! Как дела-то, ЛВМов? А, кстати, всем привет. Персонально не поприветствовал, простите, я же ЧСВшник зажрался. Вот, ну, всем привет, всех рад видеть, все как обычно, братюни. Так-так-так, ломанулись. Видите, как бегает этот, вроде старичок, да, бодрячком весь такой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И спецназ за ВДВ! Так, давайте просто на всякий случай убедимся, что я иду правильно. Ну да. Все верно. Все правильно делает Бабамыч. Потому что Бабамыч не тупой. Можно сделать ставки, за сколько он пройдет. Да, я нормально пройду. Главное, не спойлерите, братюни. Не надо, главное, спойльчиков. Хоп! А, фонарик же и был, да? А почему так темно стало? Что-то раньше посветлее здесь было. Так, давайте сверимся с картой.
Ага, все правильно. Ломанулись. Хоп-хоп-хоп. Ты же вроде не туда идешь. Как не туда иду? Как не туда иду еще? Как иду? Вот, все правильно. Вот я баран, валенок. Блин, а вы чего молчите? Я же вообще в противоположную сторону иду. Блин. Ёксель-моксель, теперь столько назад топать. Черт, ба, А вы чё молчите? Бабам, не тупи, ты не туда идешь, блин. Мы не хотели тебя расстраивать. Ну, лучше расстроить по чуть-чуть, да, на пол шишечки, чем прям... Когда тебя прям грубо уже из... Когда тебе во все дыр... Когда уже тебя прям по полу... Лучше как бы в начале, пусть больно, но в начале, да, а не потом прям по полной. Хоп! Ты же не глупый. Я нет, не глупый, но вот иногда теряюсь, волнуюсь, когда как бы... Стримлю, я как же стараюсь произвести максимально положительное впечатление, да, и умом, и красотой. Удачного стрима, игруха топовая, буду смотреть полностью стрим. Спасибо, Perpetuum Mobile. Спасибо, приятного просмотра. Это вторая часть, но это самая такая заключительная, следовательно, важная. Блин, как я вообще так мог ступить? Как? К-А-Д. Как? Ёксель-моксель, это же пипец просто. Просто невероятно. По-моему, что нельзя в поход? Мне нельзя в поход, братья. Не мне нельзя в поход. Признаю, да. Мне нельзя. Так, а вверх или вниз? Да вроде как без разницы. Так, приблизились к речушке. Мох же на севере. Так, еще раз сверяем. Переходим речку. И затем лево, лево. Ой, вру, направо. Ёксель-моксель. Да, так. Хоп, за ВДВ. Итак, теперь блин, а направо надо было и налево. Что-то я подзабыл. Еще разок. Так, направо. Окей. Окей. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Это какой-то камушек. Здесь, значит, направо. Гоу сразу в конец. Ну, вот мы идем в конец. Все отлично. Кстати, у меня вот чашечка отличная. Нормальное, да, как мое лицо? Ну, чтобы люблю напиться, знаете ли. Так. Ну вот я же на месте где-то. Ой, какое красивое прям дерево аутентичненькое. Прям хоть скриншотик и на рабочий стол, да? Так. Идти к тополиному ручью. Ну вот, тополиный руч. Руч, жара, июль. А вот это дерево, может, к нему надо было? Да, точно. Nice Chrome, окей. Ну уж какой есть. Бюджетный, да? Давайте не будем сразу накапываться.
Вот, большое дерево. И лыжи. Ну, конечно же, сейчас буду на лыжах покататься. Ну вот, я на месте. Где она? Так, ну, может, не туда надо было все-таки? Вот, Big 3. А, еще Big? Еще больше, что ли, где-то дерево есть? Нет, вот, Big 3. А, мне дальше, наверное, надо все-таки. Ты с коллекционирования очков на кружки перешел? Нет, у меня и кружки хорошая коллекция, и очков всегда так было. Ну, тут какая-то заманчивая полянка. Опа, вот. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Так, ищем коробочку. Ну-ка, а на карте есть коробочка? На карте коробочки нет. А, есть! Вот же! Вот же! Запиши стендап про Ленку, надо бы. Так. 5, 6, 7, 8. Опа! И ой. Я ничего не могу подобрать. А, вот, скопировали информацию. Как раз для Балама, совершенно точно. Так, вот такая система у меня. 3 слепые крысы. Книжки. Ну, книжка, книжка. Это не для нас. Опа, новая рация. Ага. Upgraded version. I got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. And hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. None of it makes any sense. Who is doing this? Так. I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on. Oh my goodness. CZO10. Little bit late, but thank you. Nothing like this has ever happened before. Thank you. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Так, секундочку, может быть, срочное сообщение. Секундочку. Окей. Ничего срочно. Так, поехали. После стрима игру Кона. Она подойдет по формату прохождения для тебя. Нечто похоже на это. Довольно атмосферная игра. Спасибо, учту. NCZO10, thank you. Little bit late, because as I understood, it's almost end of the game, but still. Ой, вообще, я правильно иду? Может, мне надо было по другому маршруту пройти? Мне надо на север. Надо на север, а это туда. Окей. Может, отсюда как-нибудь можно будет скарабкаться наверх. Так. А можно плавать? Ну вот вообще прям море по колено. Лена, опять. Не понял. Тут есть вообще выход, нет? Или я тут зря кругами хожу? Так, еще разок. Ну, видите, какая-то тропинка есть, да? То есть...
Тропинка есть какая-то? На запад. Давайте сюда пройдем, опять попробуем. Вот, вот, вот что-то вижу. Вот, хорошо. Вот, видите, у Бабамыча нет топографического маразма, как вы думали. Бабамыч все контролирует. Опа. Что-то хрень какая-то, слушай. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know, and I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Ну, если их разговоры перехватили, то понятно будет дело, понятно, что они не виноваты. Они же обсуждают, и, соответственно, наоборот, это как бы доказательство. А здесь какой-то ритуал, что ли, делали, видите, какой-то рекс-пекс. Да? Так, смотрим. Смотрим, мне надо на север по-прежнему. Вот так по тропиночке. А ты на работе на английском разговариваешь? На дубайском, на таджикском? На русском и английском? А на меня не нападет какой-нибудь бешеный лесник? Извращенец. Не, не то чтобы я как бы это с каким-то скрытым желанием. Нет, я вообще от страха, да? Так, а то я бегу, бегу. Я вообще правильно бегу? Надо бы сверить карту. Вот, а мне надо на северо-запад. Северо-запад. Мне надо вот сюда наоборот. Окей. Подождите-ка. Ну да, скорее всего, сюда надо. Так. А после этой игры будешь проходить Full Throttle? А, еще не знаю. Еще не знаю, что буду проходить. Так, сверяемся. Ну, отлично. Вот теперь прям... Правильно, да? Мне же надо на Вапити Station. На Вапити Station. Соответственно, иду по тропе, потом по водичке... Ну, вроде да. Не, мне надо вот гейт, где гейт. То есть вниз, потом по водичке. Хоба! ВДВ! Так, сейчас к реке спустимся. Спустимся, спустимся. ВДВ! Уху, а тут... Опа! Тут высоковато. Не понял. А, блин, я думал, отсюда нельзя дальше пройти. Опа! Блин, а он уже, смотрите, какой десантник стал. Поехали. Ты каждый день стримишь, да? Кроме воскресенья. Если есть CSGO матчи на комментирование, то и в воскресенье. А так нет. Ну, естественно, не учитывая форс-мажоры, там, какие-то срочные дела или горлышко, например, заболит. Так, теперь по речке мы идем. По речке мы идем на запад. А, вот видите, опять в противоположную сторону бы пошел. Видите, я все-таки научился компасом пользоваться. Оп-оп-оп-оп-оп! Ты ручеек, 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 ручеек. Посижу я с ручейком, с ручейком, с ручейком. Отравился я чайком, поэтому сижу с ручейком, рядом с ручейком. Так.
Ты стримишь всего несколько лет, а у тебя уже 56 зрителей. Как думаешь, с чем связан такой удивительный взлет стримерской карьеры? На самом деле, спасибо моим учителям, моим родителям, спасибо всем тем, кто всегда все эти годы поддерживал меня, ведь для меня это действительно был сложный выбор, и я не был уверен в успехе, но их поддержка, их вера в меня все-таки положительно сказались, и вот спустя много лет я могу сказать «да». Это получилось, но получилось не благодаря мне, а благодаря всем нам. Потому что 56 зрителей — это цифра, о которой я даже не мог мечтать. Но сегодня, глядя и стримя для такого огромного количества зрителей, я все-таки понимаю, что это было правильное решение. И еще раз спасибо, что все это время вы были со мной, поддерживали меня. И, конечно же, я дальше буду развиваться, ведь у меня планы в 2025-м сделать все-таки 60 4 зрителя и доказать, что я не просто лучший, я еще и самый лучший. Спасибо. Peace. Так. Давайте-ка еще раз. Где я? А, блин, я, кажется, перелетел, что ли? Так, давайте гору обойдем тогда. Я наконец сдал все экзамены. О, вот это, конечно, круто. Если сдал все экзамены, теперь ты как бы свободен. И можешь наконец-то заняться тем, чем давно хотел. Так, я думаю, здесь правильный путь. Здесь у нас... Душещипательная речь. Старался. Я готовился. Сами понимаете. Так. Дальше. Ща мы там прорубим забор. Что здесь у нас? Вот, чую, вот он забор. Ну что ж. I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Copy that. Хуба! Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. А, это... Телочка, это брутально. Исследовать лук в аппети. Ау! Ай! Фур. Так, читаем планшет. Персонал станции в аппети. Если вы ищете доктора Симонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Кот Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Так, заберем. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Пипец. Ну, поддержала как могла. Так, что у нас здесь? Блин, музыка что-то начинает нагонять саспенса. Здорово, бабам, забежал на немножко, пойду дальше пробовать играть. Антон Алеми застрял в КС. Как все закончилось с той игрой, где девчонка в желтом плаще бегает? Прошел? Да, прошел, на ютюбе глянь. Можешь даже концовочку глянуть. Очень интересная игра. Есть шокирующие места, поэтому чекни. Чекни YouTube/бабам. Там есть водик. Так, генератор. Anybody around? Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot-tall transmission tower. I mean, they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Ну и ладно, пойдем дальше ковырять. Опа! Опа!
there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. Так, ну я про всю сообщил. Опа! I'm in their main tent. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Так, что еще можно сообщить? Place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. There's a box here with a dial. It has a. Нифига у тебя чашка. Чек на и подпишись. Приятно на вечер, соответственно, стрим. Как говорится, Альхан. Я не знаю, как это на русском языке. Спасибо, спасибо. Тебе тоже всех благ. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Чего не могу расчистить? I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. Кипец, отвлекающий барометр. Так. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Стрим идет полчаса. Читаем. Объект, частота сигнала пол, социальное положение. Часто покидает зону две тропы. Избегает общения. Проверить предыдущие данные. Односторонняя тяга к копуляции. Конфликт с другими лицами мужского пола. Непропорциональное поглощение пищи. Обжора. Так, и что теперь? Доска объявлений. Фонарь. Опа. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Опа. Так. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. Beeping. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Опа! Т.
тут все данные. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Опа. Think about it. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it. We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and... Страшно, да очень страшно. Мэри Стар, привет. Так, давайте прочитаем. Возраст 43. Черты характера надежно, возможен алкоголизм. Наблюдательно, харизматично, эгоистично, искаженное восприятие личной истории. Дело никогда не было замужем, детей нет, редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера Хавьер. Подверженность манипуляции 3. Подпись супервайзера Эго. Объект Генри М. Черты характера. Вдумчивый исследователь, придерживается запланирования, запланированного, склонен к гневу, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать, все указывает на полное сотрудничество, обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предлагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подверженность манипуляции 9. Something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? Так, значит, валим отсюда. Мне надо вернуться к вышке. Я расположен здесь. А есть, кстати, да? Если мы пойдем на... Блин, убери эту фигню. Так, мне надо по карте. Я просто думаю пойти по более короткому пути какому-то. Не, лучше назад. А назад я могу, кстати, идти? Блин, тут мешает компас грёбаный. Ладно, вернусь, откуда пришел. Побежали. Ломоножка! Музыка начинает давить на мою психологию. Психически меня раздавливать. Хоп! За ВДВ! Ни хрена себе! Не, я знал, что мне надо, блин, завязывать с жратвой. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that.
Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. День 77. О, хорошо, топать не пришлось. Так, я вчера попал только на начало, а сейчас уже кто-то разыскивает. What's happening? Вот такой вот бабамыч. Чуть что сразу разыскивает. Итак. Что такое? Что им надо? Может, просто плитка сама по себе? А. Бип-бип. I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No. I am getting drunk. Hey, Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Почему рация выключена? Так, короче, надо на улицу дойти. Окей. А рацию надо включить? Так. Хорошо. Бабамыч кайфолом. Ну, не знаю. Я считаю, что я говорю правильно. Итак, достаем эту бандуру. Вот так, значит, я иду правильно. Нет, это неправильно, вот это правильно. Понял. Я же не могу тут запрыгнуть. Обойти, что ли, надо? Давайте обойдем. Так. Так, значит, надо по-прежнему вниз как-то. Мне кажется, я ушел, да? Так, а тебе надо было в начале игры... Hello, Бабамыч. Ага, точно. Может быть, я как-то полегче бы разобрался, но тут... Может, как-то поверху надо? Нет, отсюда я пришел. Так. Вот сюда. И потом налево, что ли, повернем. Вот, приближаемся.
Ух, черт, страшно. Фу, блин, я думал, что-то страшное будет. Оу, щет, фук! Черт! Блин, страшно было! I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. Is not me. Oh my god, go. I'm going. Ах ты чёрт. Так, а сейчас бы дорогу еще вспомнить. Так. Ну, вроде правильно иду. Ах ты падла. Кто залез в мой теремок? Какая падла! Залезла в мой теремок. Какая сволочуга! Посмела! Блин, что-то мне страшно, слушайте. Там на меня сейчас не прыгнет никто. Ну, какой-нибудь... дровосек. Знаете ли, сейчас эти парады, вот эти все парады дровосеков. Ну что, я готов! За ВДВ! Ух. Ух. Нет никого. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. О, такие наушники у меня были. И такой плеер тоже. Talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Страшно, братюни, страшно! Just, we have to stick together, okay?
okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Белые трусы непрактичны, надо коричневые носить. Поверьте, Бабамыч, плохого не посоветует. Ух, блин, а пожар-то начинает набирать обороты. Пожар-то начинает уже прям, я не знаю. Повсюду пепелище и говнище, извините за выражение, за это резкое слово, пепелище. Так, надо пойти куда? В пещеру, да? А где у нас была пещера? Где-то рядышком она была. Вот где кэш 303, да, по-моему? Или 306? Нет, 303. Так, мне надо идти на север. А где компас? А компас верни, блин. А как компас вернуть? А, на нем есть компас, вот видите? А, на самом есть... А, вот же! W это West, South... Это и есть компас! Бабамыч тупой. Так, ладно. Значит, мне надо идти на... На... Север. Вот сюда. Так, стоп, стоп, я правильно иду? Бабамыч не тупой. Не, я не тупой, братья. Так, подождите, что-то у меня такое ощущение, что неправильно я иду. Ну, блин, точно неправильно я иду. Ну, противоположную сторону надо. Черт. В кустике еще уперся. С это North, север. С это юг, да. Так. А мне надо на North, да? Вот. Вот так мне надо. Поехали. Да блин, чё я отсюда выход найти не могу? Чё ты так тупишь-то, а? Куда залез вообще? Вот по этой тропиночке прям следую по дороге из желтого кирпича. Там можно прочитать, да? У меня тут и написано, следуй по дороге из желтого кирпича. Ну, хром не позволяет толком посмотреть. Видите, совпадение. И на кружке так написано, и игра вынуждает. Так что это все не просто так. Бабам очень тупой, просто забыл. Видали, как спрыгнул? Видали, как спрыгнул? Вот так прям солдатиком. Оп! Да, ну в 54 хоть что-то прям ровно получается. Hey, you... You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Так, и вот мы в пещере. Ох, как страшно-то. Давайте спокуха. Без паники. Так, я надеюсь, там нет всяких гномов или, я не знаю, лепреконов. Или эльфов пещерных. What the hell? Jesus, this is a big cave. А может, мне надо было спуститься, а нет?
Ну ладно. А, это выход? Нет, это не выход. Слушайте. Я ощущение, что ли? Туда, надеюсь, иду. Отсюда нельзя спиться. Так. Привет, Иван, здорово, ZXXXX. Да ладно, блин, полоса препятствий какая-то. Не понял, а чё уже? Вот он, свет. Уже не так страшно. Надо выйти? Может, надо было спрыгнуть? Мне вот тоже кажется. Может, надо было чекнуть? Я только как-то сразу вылез. А с другой стороны, там, по-моему, и нельзя было спуститься. Что-то я думал, там маленькая комната будет, а она прям какая-то огромная. Давайте все-таки один раз просто для души вернемся. Просто чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях, да? А там не надо вроде, а можно вроде. Слушайте, вот ботинок какой-то. А нет, нельзя. Просто он оповестил. А здесь другой ход какой-то. Нет, отсюда я пришел, правильно? Не, нельзя там было. Я так понимаю. Вот глубокий резкий обрыв. Ну все, бабам пошел плутать. Ну вот, смотрите. Глубокий резкий обрыв, и сюда я спуститься не могу. Получается, все правильно я шел. Но это просто для души. Иногда надо так делать, чтобы наверняка спокойно. А то бы пройдешь игру, а потом думаешь, блин, а если там какой-то суперсекрет, и там сиськи за просто так показывают, как бы, да, и будешь себя потом корить и упрекать. А так убедился, сисек нет, и можно спокойно идти. Сейчас быстренько пробежимся. Раз. Два. Нормально. Раз. Нормально. Ну все, за ВДВ! Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Ух, Йоксель, блин! Квадрат 90, спасибо. За ламповый стрим обнимаешь Дейлайла в конце? Надеюсь, не только обниму, хотя в 54 года особо шансов и нет. Тогда, сами понимаете. Итак, куда мне надо идти? Бабам, а чё ты на русском игре играешь? Ну, здорово же. Так, куда мне надо вернуться? Спасибо за подгон, аж 300. Ну, это, конечно, много, спасибо. Так. Мне надо вернуться на вышку, да, или что мы там условились-то, я не понял. В дом к себе, да, окей. А как я туда вернусь? Я сейчас здесь. Ну, вроде как прямо есть дорога. Опа! Делайла, я просто нашел outcropping, что кто-то использовал как little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Ничего себе.
he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Golden Sexy. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Фигня. Диаграмма любительского приемника. Схема радиоприемника Брайана и Неда Гудвинов. Опа. Заберем. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied. And just... Чё там слишком много врёт, да? They would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna... теперь мне надо вернуться. He left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah. Теперь я могу в пещере, в глубину спуститься. Теперь я могу глубоко. Хоть и в 54, теперь я могу глубоко. Бабам, очень много прошел уже? Да, прилично. Скоро конец. Yeah, well, так. Дорогой рейнджер, привет! Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес, бла-бла-бла-бла-бла. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил? Ну, они моего папы. Я не хотел, чтобы он их потерял, но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер. Брайан, награда будет хорошая. Да. Тогда почему же никто не отправил? Связка крюков. Он стал еще и скалолазом. Окей. Дорогой мистер Заклер, я с папой в Лендере, Вайоминг. Тут довольно клево. Папа рыбачил вместе под названием Ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинается занятие в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед Брайан Гудвин. Это, в общем, мальчик. Всем пишет. Data sheet for one Gladius Silva, half elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Так, это я читал. Забираем. Игрок Брайан, персонаж Гладиус Сильва, мировоззрение хаотичное добро. Блин, а какое у тебя мировоззрение? У меня мировоззрение хаотичное добро. Блин, мне вот нравится. Ну, это старперский юмор такой. Следопыт уровень 4, мужской возраст 29, рост 177, вес 61. На диете не надо сидеть. Внешность грубая. Oh, yeah. Волосы черные, глаза зелено-голубые, как у меня. Клан, родина, непонятная билиберда. Это непонятная билиберда или же клан так называется? Так, ну все, вроде прям все, мы тут динозаврик. Нормальный такой.
Извините. Ну, я бы вот так играл примерно. А, это я сам подбирал. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was gonna get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Ничего себе. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. То есть этот мальчик прям все эти радиотрюки делает? Ну-ка, давайте почитаем. Снаряжение. Понятно. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Так, почитаем. Брайан Гудвин, Олимпиада по физике. Шестой класс. Говорящие метеориты. Как волны любительских радиоприемников могут использовать метеориты, чтобы говорить с людьми далеко-далеко? Что если бы можно было использовать метеориты в атмосфере для того, чтобы говорить с людьми, находящимися далеко? Вы, наверное, думаете, что я это просто придумал, но вы ошибаетесь. Метеориты — инопланетные камни, прилетающие на нашу планету из открытого космоса. Они могут быть использованы для отражения радиоволн, что позволяет использовать радиоприемник гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете: окей, Брайан, это похоже на кино, типа полета навигатора, это фантастика, но вы ошибаетесь, это правда, это физика. Это возможно благодаря рассеянному отражению радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн от метеоритов существует. Но что же это такое? РОВ — это яма. Это метод распространения радиоволн, использующий ионизированные следы метеорита в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать плотный след из ионных частиц, который может использовать оператор любительского радио для установления коротковременной связи с другим оператором, находящимся на расстоянии более 2400 километров. 2400 километров? Это довольно круто! Я протестирую это небольшим разговором с папиным армейским другом, который живет в Альбукерке, Нью-Мексико, 1600 километров от моего дома. Мы попробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится, и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Ага. Похоже, Брайан тут все намутил. Папка, в которой были школьные материалы и его отчеты, предположительно повреждена Брайаном Гудвином. Так, все, да? Все нам мародерствовали. Нет, еще. Так, возвращаемся в пещеру, да? Так, пошел. А, стойте, а я могу вернуться в пещеру так просто? За счет крюков я могу сюда забраться? Или мне надо обходной путь искать? Да, не все так просто, надо обходить. Бабамыч-то думал, раз-раз и готово. А вот нет. Хоп! Так, стоп. А похоже, надо где-то там ход искать, да? А, вот, вставить крюк. За ВДВ! Раз-раз и вилкой в глаз. Ну вот как-то так. Готово. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there, and it'll be worth the risk. Так. Не, у меня несколько крюков, не переживай. Так, отсюда мы идем куда? Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did.
They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Эй, быстрей, быстрей! Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Так, где эта пещера была? Где вот 303? А, ну все, я правильно иду. Отлично, видите, Бабамыч не тупой. Не понял. Че, прям этот камень добавить не могу. Вот так. Вот так. Вот так. Так, давайте еще раз. Продолжайте прямо. Тю-тю-тю-тю. Нормально, видите, я уже прям в лесу, как у себя дома, ориентируюсь. Как бы такая же площадь примерно, да? Вот. А вот и пещерка. Ну нормально, вообще изи, да? Блин, а теперь что-то страшно, я надеюсь. Нормально. Что? Показываем скиллуху-то? А вот и крюк. Как такой крюк может выдержать такого толстопузика? Спускаемся. Блин, я надеюсь, сейчас сзади никто не подкрадется и... Фига себе, сколько спускаться. Так. Ну что, сообщим, что мы спустились, нет? Может, не надо бегать, чтобы скримчик какой-нибудь не выскочил. Скримчик в смысле страшный, а не CSGO игрок. Хотя и то будет неожиданно. Окей. Слушайте, здесь два пути, а нет. Ну ничего себе, блин, сколько спускаться. Как выберешься потом отсюда? Ты уверен, блин? Ну пипец. Так. Ух, щит. Это вот этот мальчик, да? Вот, видите, один туф, одна туфли. Одну туфля, одна... Бедненький. Почему не могли найти? Вроде же видно было, что пещера. Жук, пройдешь сегодня? Да, сейчас проходим. Думаю, уже вот-вот пройдем. Так... Выбраться из пещеры и сообщить о теле. Бля, чё такие повороты какие-то резкие? Нельзя просто прямую дорожку сделать. Ну-ка, полюбуемся красотой. Вот отсюда он плюхнулся. Вот же дорога была. Ну ты, блин, пацан. Зачем отсюда спускался-то? Страшно. Так, вроде нашел выход. ВДВ! Блин, я уже прям, смотрите, как играю, просто как суперпрофессионал. Нужно вообще спидранить уже. Так. Хоп! Ну и ничего такого, кстати, да? Так, подо... Стоп, стоп.
Я опять сюда пришел, что ли? Мне же надо выйти. Пипец, сейчас бы опять побежал. А я бы мог. Давайте отсюда выберемся. А пожар все ближе, да? Hey, D. Hey, D. Сейчас сообщу. Hey, I am. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're Спасибо, Эгрик, за подписку. Спасибо. Неожиданно, но от этого приятно еще больше. He's dead. Я бой. Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Так, сейчас отвечем. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. День 79. В общем, Эгрик, еще раз спасибо, что подписался. Приятно. Вот, видите, зрители совсем чуть-чуть, а вот подписываются, поддерживают Бабамыча. Спасибо большое. Тебе нравится игра, да? Хорошая игра. Такая атмосферненькая. Не очень сложная. Блин, и на меня похож, в принципе, да? Такой же какой-то чудик. Ладно. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. И все. А может, мне еще что-то надо взять? Сейчас посмотрим. Аж мыло мне понадобится? Ну, я же не знаю, кто мне встретится, правильно? Я же сейчас иду, вдруг там, ну, непонятно кто. А старое шотландское мыло, как бы, может и пригодится. Ну, ладно, рискнем. Без мыла пойдем. Так, значит, смотрите, кстати, вот отметили. Стрелян на РСЖ, как минимум, да еще с такой харизмой. Спасибо, Эгрик, спасибо. Вот, кстати, отметили, что по поводу E3, да, турнир игровой, выставка игровая, Twitch объявил о том, что у них будет марафон, да, у них будет на канале Twitch, прям контент, постоянно игры они будут обсуждать, показывать трейлеры и прочее. И они сказали, что любой стример может рестримить этот канал и переводить. Я вот думаю, интересно будет зрителям, если я буду переводить, то есть я буду рестримить их канал по этой выставке игровой и буду по ходу дела переводить, о чем они рассказывают, что обсуждают и прочее. Вот такой вот как бы в режиме переводчик. То есть это разрешили официально.
Поэтому я думаю, если это может быть интересно публике, можно замутить такой марафон с переводом, с обсуждениями и прочей игровой тематикой. Так, ну, можно попробовать, да. Говорят, плюс, конечно. Окей, давайте попробуем. Когда начнется выставка, буду переводить это дело. Ну, если не понравится, будем другие. Там же несколько дней. Один день попробуем, если не зайдет, оставим. Да, Шевцов это... Да, Шевцов все равно уехал. А он занимался подобным? А вообще, кто-нибудь делал подобное? Так, секундочку. Ну, в любом случае, я буду делать, как бы. Переводы у меня нормально получается, в принципе. Правда, я не всегда дословно перевожу, а добавляешь что-то. Но все по теме, в принципе. Почти. Так, это надо, по-моему, с этой стороны. Что-то далеко меня загоняет этот компас. Так, с этой стороны обойдем. Бабам, смотри на лампочки. Зеленая боля точно показывает, куда тебе идти. Ну, я так и делаю вроде. Вот по центру сейчас надо как бы, да, вот прямо. Мне надо... I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Кто позволит тебе добраться до моей вышки? Окей. Бабам, ты говорил, что Снэйч смотрел в переводе. То есть персонаж говорят так, что разобрать невозможно. Нет, я просто смотрел это. А! Нифига себе! Экрик, успокойся, все нормально! Ни хрена себе ты творишь! Не, ну братан, дай обниму. Нифига, и подписался, и на полкосаря еще поддержал. Ну ты жжешь. Спасибо, братан, ну как-то давай поспокойнее, а то любовь может быть, да, внезапно. Я же та еще продажная тварь. Так. Так, ну мне надо прямо. Окей. Спасибо. Очень круто. Так, так вот. Снэйч я смотрел в 98-м году, в 99-м, то есть очень давно. И тогда я английский... плохо знал, в принципе, да. Ну, я и сейчас на слух тяжело воспринимаю. То есть, если я смотрю фильмы на английском, я предпочитаю смотреть с английскими субтитрами. То есть, у меня произношение, восприятие не суперовское, далеко не суперовское. Поэтому, если какой-то фильм замудренный и сюжет основан на словесных каких-то моментах, я стараюсь в кинотеатр не ходить. Там нет субтитров на английском, и я могу не понять. Ну, поэтому... И Снэч, я думаю, тоже не понял бы. Но там произношение, наоборот, суперовские эти цыганские акценты. Короче, рекомендую послушать, даже если с русскими субтитрами. В оригинальной озвучке послушайте, там круто. Так. Почему он убрал? Почему ты убрал рацию? А, вот же. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Нифига себе.
Плеер с собой. Вот теперь понятно. We found the surveillance operation. Okay. Сейчас what поднимусь, давайте дослушаем. It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. He's deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. К вышке Торафер мне надо идти. Вышка Торафер. Блин, а я где? Ух, нифига себе. А здесь нет дороги? Мне надо спускаться, что ли? Не, ну если не зря же я столько поднимался. Что-то тут должно быть. Так. Следовательно, сюда. Ну, не может быть, чтобы я зря просто поднимался. Просто этой части карты у меня нет, наверное. Опа. I guess he's been dumping trash up here for a while. Опа. Нифига себе. Some of Brian's stuff. А музыка-то какая? Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. Объект Делайла. Эгоистичная. Никогда не... Не... Чего? Никогда не... Ладно, не будем в детали вдаваться. Возвращать 10 августа. Стереть улики Г плюс Д. Не оставить следа. Черновик отчета. Генри. Черты характера. Виновен. В чем виновен?
Делайла. Ну, короче, здесь какой-то недоделанный отчет. Так, читаем. Черты характера. Придерживается запланированно, пассивен, чувство вины. Нет детей, бросил жену после 11 лет брака, не будут искать, если исчезнет. Ага. Так, что у нас здесь? Нужды на зиму 89-го. Три новых отдела, три зимних куртки. Зачем столько курток-то? Одной хватит. Вам-то арест, что ли? This boombox looks familiar. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Так. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. А, точно. I don't know. У меня же есть фотик клёвый. Я забыл про него. Пофоткаем на прощание. Вот еще вот такой пейзаж. Нормальная тема. Ух, блин, сколько записок. Ставки слишком высоки. Никто не поверит, что Б счастлив. Сделать так, чтобы Д и 2Т не верили. 2Т сумасшедший. Как жена, плохой парень. Мама Гриз вернулась. Они меня слышали. Полностью верят, что есть программа. Использовать это. Отчеты готовы. Убедиться, что их нашли. Записала использовать для давления. Ну это раз... 2Т нашел припасы. Как? Ключей нет, не могу позволить 2Т найти Б. Наркомания. Найти убежище. Напоминание. Переезд скаутов из-за пожара. Облажался. Не хотят уходить. Напоминание. Спрятать запасы для переезда. Идеи начать работать над отчетными. Записать все разговоры. Разгромить вышку D. Повесить на 2Т. Постараться сделать удаленное записывающее устройство, исследовать центр университета, уйти в другое место, натравить друг на друга. Ага, теперь начинает понять, этот Нед псих. Ай-яй-яй, сходил к МК, перерезал провод коммуникации, вот. Ди так и не запросил список туристов, перенастроил Делану, чтобы могли ловить две частоты. Могу услышать одновременно Ди и 2Т. Ди прошел мимо пещеры, кажется менее заинтересованным. 2Т Джулс. Джулиан, Джулия. А ты хороший парень. Не видел маму Гриз 2 месяца. Ди опять пьяна. Алкоголичка. Первый рейнджер рыбачит в озере Джи. Видел маму Гриз во время утренней прогулки. Дождливая неделя. С запасами воды все хорошо. Коптил форель, пока туристов не было. РБГ. Видел первого рейнджера в этом году. Не покидал базу в течение 2 недель. 3 недели. Большая суматоха. Большая прогулка завтра. Аккуратно. Новый дозорный в 2Т. Генри 2Т. Видел 2Т выходящим из пещеры. Ди запросит список туристов. Отвлечь ее, она забудет. Вот так вот. Я просто в обратном порядке все читал. Ну, это нормально для Бабама. Всякие книжки. Че, можно это открыть? Сундук, холодильник, точнее. Так, что у нас здесь? Ну все, и что, уходим? Мне надо на точку уже, да, уходить теперь. Хоп! Веревка для белья, очень важно. Так, все, собственно. Я не понял, а что, пройти нельзя, что ли? Блин, и обратно теперь топать все-таки? Все-таки обратно топать. Последний час можешь рассказать суть? Ну, тут, короче, почти все выяснилось. Нед не досмотрел, и его сын погиб. И он от этого сошел с ума. Все, возвращаемся. Ну, предстоит долгий путь на точку эвакуации.
Сейчас самая кульминация. Вот. Так, как мы будем возвращаться? Здесь тропинки нет. Надо вернуться на основную трассу, двигаясь на восток. Подождите. Блин, на восток я не могу двигаться. Я вроде отсюда пришел. Так, надо сейчас найти какой-то... Грустный, да, грустненький, да, грустненький. Бабамыч грустненький. Поднимаемся наверх. Давай, давай, карабкайся. Ну, что с тобой не так? Все с тобой не так. Ну! Пошел, 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 ВДВ! Все, кофеек добил. Теперь нормально. Играл Last Guardian или будешь играть? Ой, не играл и даже не слышал. Ну, чекну. Веревка троллит. Даже веревка троллит Бабамыча, да? Даже веревка. Вот. По-прежнему мне надо двигаться на север, получается. Но по тропе надо двигаться на восток. Да, все верно. Ломанулись. Хоп! Хоп, 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 хоп. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? I'm sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Pete? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. По тропе и налево. Okay. Yeah, that's a good idea. Yeah. It's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? I said it was. All right, I should go. Have a safe flight. All right, have a safe hike. Так. Все правильно, я иду. Спускаемся вниз. Скажи на армянском, кто будет шашлык. Пипец. Надо было сказать ждать. Я не хочу, чтобы она сгорела из-за меня. Пусть она уж лучше улетит. И мне будет так спокойнее. Через пещеру же идем, правильно?
Так, давайте теперь сориентируемся. Надо идти на север. Вот сюда. Или идти сюда. Так, давайте сейчас быстренько. Ну все, правильно. Окей, отлично. Осталось чуть-чуть совсем. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, как же я профессионально все-таки прохожу игры. Многие смотрят только, чтобы научиться понимать механику, разбираться во всех нюансах, не фейлить. Опа! Внезапный музон. Ну что там? Вышка Торафер. Какая музычка, да? Прям за душу. Подождите. Нет, все-таки сюда. Хоп! Так, что тут дымище, блин? Куда идти-то? Стоп, стопы! Что-то меня не туда, блин, занесло. Черт. Я думаю, сюда надо, да? Так. Так, не понял. Блин, опять не туда. Так, окей. ВДВ! ВДВ! Так, почти уже допер, да? Почти пришел. Расчистить топориком хрясь! Нормально. Хрясь! Изи. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну что, где-то там тропиночка. Все правильно, а потом направо. Хоп! И раз ногу сломал, и тут умер. Торафе сюда получается. Не, что туда надо было, правильно? Все правильно. Не паникуй. Не, отсюда прыгать, не? А, вот же люлька. Поехали. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Delilah? Алло. Уже смылась, что ли? Похождение сексуального пожарника. Так оно и есть, братюни. Я весь такой ход. Так, ну наверх, да, я так понимаю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А вот ее вышка, да? Ну что, давайте быстро сейчас пописаю. Тут прям вообще
Ну давай, ну целый день бегал. Ну ладно, не хочешь. Не хочешь, как хочешь. Пойдем. Пипец, у нее тут ступеньки, блин, каменные. Че тут всякая фигня? Ну-ка. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. Well, yeah. Лучше всегда соглашаться, а потом зато больше шансов. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire. Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia. And then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. Здорово, Егор! When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on... Здорово, Джиджил! Next year, we'll roll around, and then the year after that, and then it's just, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Так, посмотрим свой портрет. Белые шорты. Ну, это когда они вот обсуждали. Чё такой маленький? Блин, чё такой маленький-то? Пипец. Обидно, конечно, сейчас было. Чё, какие-нибудь хоум-видео, фоточки не остались? Ладно, валим отсюда. Так, потому что белый. Опа, хеликоптер. Чё так медленно, чтобы я прочувствовал момент, что ли? Бежать не могу. Прям еще игра теней такая.
Хоп! А я полюбил этот лес, вы знаете. Ай, игра была сделана Кэмпо Санто. Продюсер Паника приближается. На этом роли озвучивали Делайла Бабамыч, Генри Бабамыч, Нед Бабамыч, прочие персонажи Бабамыч. Ай, блин, забыл. И остальные роли озвучил Бабамыч. Хочешь подключиться к Joy Casino? Набери Joy Casino Integral 2.39.com и 500 поинтов сразу бонусом. Joy Casino сегодня ваш выбор. Так, ну что ж, давайте остановим запись. Ну, в общем и целом, чем мне понравилась эта игра? Тем, что как бы атмосферу нагнали, но в итоге здесь нет ничего мистического, нет какого-то твиста, нет триллера. И в этом свой шарм, все оказалось банально, но и в этом свой плюс. То есть обычно ждешь, а потом сценаристы в современных играх пытаются в конце сделать какой-то твист. Это, оказывается, было все в твоем сне. Это, оказывается, твоя супруга сделала такой трюк. Это, оказывается, вмешательство инопланетян. Все время что-то какое-то пытаются твист сделать, чтобы зрителя шокировать. А здесь шок заключается в том, что шока нет. Все в итоге оказалось с банальной, ну, условно говоря, историей, маленькой трагедией определенной семьи, и в итоге все это как бы достаточно обыденно получается. Но и в этом свой плюс, таких игр нет, на самом деле, таких игр мало, чтобы вот просто какую-то житейскую историю подать вот в такой вот увлекательной, атмосферной и аутентичной манере. Поэтому с этой точки зрения мне старперу вот эти моменты нравятся. То есть посмотрел такой нормальный, добрый фильм. Да, скажем так. Не какой-то Мстители, да, где непонятно какие герои убивают непонятно каких-то монстров, а просто такую житейскую драму. Ну вот как-то так. Иногда, я не говорю, что всегда надо такие игры делать, нет, но вот иногда отвлечься — это самое то. Вот такие вот дела. Ну что ж, друзья, на этом я сейчас останавливаю запись. И спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки и прочее. Спасибо.